обратно в руки. Посмотрим. Ого! Письмо от Ярла. В гору идешь, не иначе. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. И сестры по кругу. Сегодня мы приветствуем новую душу нашего места. Эта женщина была испытана, бросила вызов и показала свою доблесть. Кто поднимет свой голос за нее? Я свидетельствую храбрость этой души. Поднимешь ли ты свой щит в ее защиту? Целому миру не победит нас. Обнажишь ли ты меч в ее честь? Он готов пустить кровь ее врагов. А поднимешь ли ты кубок в ее честь? Я запою победный гимн, когда в праздничном зале будут говорить о ее славе. Тогда круг решил. Ее сердце пылают ярость и отвага, объединявшие соратников с незапамятных времен. Пусть наши сердца забьются в унисон, и горное эхо многократно усилит биение и устрашатся наши враги. Да будет так. Говорят, ты сильнее, чем кажется. Что ж, девочка, теперь ты одна из нас. Надеюсь, ты не подведешь. Доблесть в жизни. Встречай трудности без страха. Сплетни и раболепство оставь трущобы и сорвы и умею постоять за себя. Я вижу, что некоторые тайны открылись тебе до назначенного времени. Неважно. Да, это так. Но не все соратники таковы. Кровь зверя течет только в жилах членов круга. Некоторым это нравится больше, чем другим. Видишь, я старею. Мой разум обращается к небесам, к Сонгам. Я тревожусь о том, что после смерти Шор не призовет к себе зверя, как призвал бы истинного нордского воина. Души тех, кто жил в образе зверей, ближе повелителю Даэдра Херсину. Многие предпочтут вечность его охотничьей кухне, а я мечтаю о Сонгарде. Да, но это непросто. Но тебе не следует вникать в тревоги старого воина. Сегодня мы славим твою храбрость. И поговори с Йорлундом, если тебе нужно оружие получше, чем что там у тебя. Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Но ты мне нравишься. Мы получили письмо о том, что в Вайтране нужен боец. Не знаю, что они там не поделили. До нас это и не касается. Я прошу тебя просто сходить туда и напугать этих молокососов, чтобы утихомирились.
но не более того. Чтобы никаких убийств, ясно тебе? Ну иди, давай. Говорят, у тебя возникли проблемы под Солитьюдом на той неделе. А я думал, что меня не возьмут в сарай. А оказывается... До твоего появления я была самой младшей из соратников. Думаю, это ничего. Зато я... Твои угрозы меня не напугают. Пошли. Ну давай. Смотрим, что. Это все, что умеешь? Крепче, чем кажешься. Твоя взяла. Ничего не скажешь. Ладно, я все сделаю. Прошу, оставь меня в покое. Thank you.
Скайрим мой дом. И я ничем не хуже любого Нордвальда.